Ура, вижу нас. Даже вовремя получилось, ребята. Никто из меня не верил, что мы успеем вовремя. Да все четенько, как по часам. Все, да. Пошли каламбуры. Минуты потекли, он тоже отбедзира уже. Короче, 12 Minutes тут релизнулось буквально несколько минут. Буквально вот, реально, может быть, 12 минут назад. В нее сейчас будем играть. Пишите, как нас с Максом видно, слышно пока что. Я боюсь разворачивать игру, потому что, мне кажется, сейчас сразу попрет действо, просто, чтобы ничего не упустить. 5 раз по 12 — это что? Про что? 5 раз по 12 — это примерно час. Интересно, какой будет спидран у этой игры? Ну да, любопытно. Я уже вижу заголовки. 12 минут за 3 минуты. Это как там это? 5-летку за 4 года? Ну да. Видно, слышно хорошо. Ну отлично, отлично. Сейчас давайте тогда пару минут... Что ж такое? Пару минут посидим, сейчас народ подтянется и будем уже погружаться в процесс. Если кто не в курсе, 12 Minutes — это игра Annapurna Interactive. Это издательство, возможно? Не помню. Может быть, кто-то другой разобрал. По-моему, издательство, да. Ну, это вот они, Annapurna Interactive выпустил эту игру, которую разработали некто. И это интерактивный триллер, в котором главный герой попадает во временную петлю. Я не думаю, что это будет большим спойлером, учитывая, что временная петля ограничивается 12 минутами, а мы планируем сегодня постримить побольше, чем указанный срок. Турбоварк подписывается. Спасибо большое, Турбоварк. Пэт Фот еще, и Феникс, и там Хайповоз сразу приехал. В общем, ребята, отдыхайте. Спасибо всем за поддержку. И что я хотел все сказать-то? Главное, короче, ну не главное, но возможно и главное. Вот соло для себя, это главное или не главное? То, что там очень звездный состав исполнителей главных ролей. Ну, наверное, это безусловно подкупает, как минимум. Потому что там Макэвой, там Дейзи Ридли. Хотя последнюю я не то чтобы какой-то прямой фанат, но вот Макэвой... А кто такая Дейзи Ридли вообще? Я извиняюсь за свое невежество. Я как бы мужичков вот знаю, да? Дефо, Макэвой, а кто Дейзи Ридли? Но Дейзи Ридли, она популярность получила благодаря «Звездным войнам», потому что она была Рей Скайуокер. Я сейчас заспойлерю кому-то этот так, ужаснейший куда... твист вообще всей трилогии. Это девушка с мема или нет? Если нет... Господи, там столько мемов было. Ну, которая, когда к ней обращаются, типа, переспрашивают, она уже... Нет, ты что? Прости, господи. Но я не разбираюсь. Да ты что, Натали Портман перепутать с Дейзи Ридли? Ладно, если бы ты спутал еще Киру Найтли с Натали Портман, потому что она играла дублера в «Звездных войнах», и они там действительно, когда их загримируют, они очень похожи. Но Дейзи... Нет, Дейзи Ридли — это из новой трилогии, и она вот стала популярной благодаря ней. Еще она снималась в этом «Убийстве в Восточном экспрессе», но там, поскольку каст большой, то у нее не такая большая роль. Большой каст, большая роль, извините. И где-то я ее еще недавно видел, но не помню где. Ну ладно. Но в целом, да, мужики здесь более популярные, скажем так. Ну да, да, да. Более такие тяжеловесы, в общем, собрались. И давай делиться своим актерским талантом во имя игровой индустрии. Ладно, давайте потихонечку начинать. Будем. Сейчас еще, кстати, игра неизвестна, какая по громкости, поэтому если что, нужно будет подправить это дело. Тиховато, наверное. Луис Антонио проставляет. Да, сейчас. Это и есть разработчик. Вот где можно было подрезать часики-то. Ну вот, да, вот вам и Джеймс Макэвой, и Дейзи Ридли. А Дефо отдельным экранчиком. Ну. Ну да. Он самый тяжеловесный, если конечно. Выражаться твоим языком.
Глеб, когда обзор. Ну, сейчас вот в рамках стрима сделаем. Сценариста Луиса Антонио и друг его. Консервы, консервы вокруг. Продолжают сыпаться подписки. Спасибо большое, ребята. Спасибо всем. Не успеваю зачитывать, но это вот эскатон, если что. Я что-то до этого и не видел больше подписок. А, не, Септусембру на 16 месяц, Алексон на 7. Осяпки. Музыку написал Neil Bones. Чтобы он не... Он Нил, наверное. Ну да, Нил. Консервы, консервы вокруг. Скопа, спасибо за 14 месяц. Концептуальное, конечно, такое вступление, прям такое кинематографичное. В играх такое редко делают. Я бы даже сказал, практически никогда. Ну, игра в целом с претензией. Плюс Анна Пурна издает вечно странное, что в играх, что в кино. Вот это да! И это было как бы вот вступление к главному меню! Охереть! Здесь, по идее, я так догадываюсь, можно выбрать русский язык. И как... Ну просто смотрите, да? Мы такие листаем. Ох, какой интересный утонченный шрифт. Боже. English, французский, итальяно. Утонченный. О, и русский такой. Здрасте, ребята. Вот он и я. У нас самый утонченный. Ну да, да, да. Ну да, действительно, очень утонченный, правильный, пожалуй, характеристика. Оконный режим без рамки, субтитры, управление расширенные, что-что-что, прогресс, сбросить назад, все, погнали. Продолжить, поехали. Консервы, консервы вокруг. Главный герой, смотрите, оговорили топ-даун, топ-даун, да тут от первого лица, получается. А вот это поворот. Консервы, консервы на 180 градусов. Вокруг. Да. Нажмите, чтобы переместить. Пошли сложности с управлением. Давайте сразу картину посмотрим. Интересно, 12 минут уже пошло? Картина. Кстати, пол как в «Сиянии» Кубрика. Ну, очень похожий. Ну да, есть отсылочка, возможно. Так это не Блойд. Так, вот эта красная штучка. Да как так? Чё, неужели вот эта красная штучка ничего не значит? Это же картина. Ну, мало ли, вдруг там какой-нибудь секретик должен быть. Или какой-нибудь комментарий от главного героя. Входная дверь закрыта. К соседям можно? Не, ну слушайте, это уже первое откровение. Все футажи были от топ-даун во время демонстрации. У тебя тоже... Так, поседает Фипис. Вроде нет. В стриме прям неприятно, хотя вебки вроде нормально. А вот играть что-то... Не знаю, сейчас посмотрим. Так, наверное, надо погромче чуть-чуть сделать. У меня еще такое есть ощущение, а то не слышно. Как дети плачут за дверями. Да, у Солдера синхрон вебки звука есть, но терпите, я не знаю, как это фиксить. Ну, точнее, наверное, можно было бы как-нибудь пофиксить, но я... Ну, это с моей стороны, наверное, надо фиксить, еще попробую. Давай. Так, я взял камень. У нас есть инвентарь. Не настоящий камень. Так, не знаю, лучше стало? О, я нашел ключи от дома, вот это да. Так, давай, Гнэ, посмотрим на тебя, скажи что-нибудь. Давай, я говорю что-нибудь. У тебя, кстати, FPS тоже просели. Но это уже не от меня зависит. Да вроде нормально. А, так, щелкните место вне выбранного предмета, чтобы выйти. Не, ну мы берем. Окей. Перетаскиваем и открываем. Перетаскиваем и открываем. Играет Глеб там? Я? Играю. Так, и вот 12 минут пошли.
Hey, babe. I'm home. Детка, я дома, люблю тебя. Порогу, он сказал, видать, провинился. Наверное, секретарша с какой-нибудь забавлялся сегодня. Ты домой так же приходишь, и когда провинился, с таких слов начинаешь? Так и думал, что будет какая-нибудь колкость в ответ. Да это не колкость, а... Guess who made dessert. Let me know when you're in the mood. Академический интерес. Не, у меня по FPS нормально все, я не знаю, ребят. И вроде пропуска кадров не вижу в OBS. Но в стриме выглядит 12 FPS, а не 12 минут. Да, блин, в OBS хуже, чем у меня гораздо. А с чем это может быть связано? Так, давайте-ка попробуем, кстати, меня тем, что Borderless захватываешь. Да, я давайте поменяю как-нибудь окошечко. Давайте полноэкранный зафигачим. Нет, все равно по-прежнему. Прам-пам-пам-пам-пам. Так, а если сделать оконный меньшего формата? Качество поломается. Ну, понятно, но, типа, мне бы FPS... Ну, не можешь, чтобы у тебя комп не тянул. Так нет, игра-то у меня нормально проигрывается, а OBS почему-то тормозит. Ну, вообще, конечно, может быть, действительно из-за какой-нибудь оперативки такое. Там главный герой в красном галстуке. Надо было красный галстук напялить, я не знал. Да. Блин, нет, слушай... По-прежнему шляпа. Так, ну, а теперь если... и вебки сдохли. Так, а если нам вебки убрать? Давай я вебки уберу. Попробуй. Вебки сдохли, хвост облез. Да блин. Какого хера? А у тебя точно больше никакие приложения не запущены? Там игра два раза не открыта случайно. Да вроде нет. Процессор лень? Жрет что-нибудь много? Да вроде ничего. А еще может быть проблема из-за того, что ты вначале не запускал игру, она висела в таком подвешенном состоянии. Так, ну давайте я ее перезапущу, что ли, тогда. Секунду. Так. Не, какую секунду? Минуту. Ну, но не 12. Клип Файзека параллельно играет. Да, на втором мониторе. Сейчас посмотрим. Но секундная стрелка вроде нормальная. Секундная, точно нормально. Да, вот теперь хорошо. Было. Да, не, да, тормозит все равно. Ну, ё-моё. Проблема еще в том, что я не мог это заранее подготовить, потому что игра только вышла. Так, а если захватывать, например, полноэкранный и экран прям захватывать? Вот, да, я тоже об этом... А ты сейчас окно или игру захватываешь? Сейчас была игра. А, ну вот, попробуй окно и в оконном режиме. Так, в оконном режиме. Захват окна. Упс. Windows. Мы захватываем Windows. Да, только там не это... Не спали что-нибудь важное. А это, ну, собственно, было вроде окно игры. А, ну, оно, может быть, не будет отображаться, пока ты сам не переключишься на игру. Не, в герцовке не может быть проблем. Нет, оно не приходит в себя. Ладно, давайте полноэкранный попробуем захватить экран. Сейчас, ребят, попробуем починить. Пум-пум. Ребят, я не могу подрубить, у меня игры нет.
Полноэкранный. Так. Широкая на широкая. Так, теперь экран. Блин, экраном. А, вот. Ну, десктоп ты свой спалил, если что. Да нет, десктоп не жалко. Не, так еще хуже. О, боже! Так, ну что, какие мысли еще? А у тебя два монитора? Да. А если на полноэкранный на одном и захватить монитор? Или ты так делал уже? Нет. В смысле, не понял еще раз. Сделать полноэкранный режим на один монитор и захватить этот монитор. А... Захватить монитор, говоришь, да? Блин, сейчас попробуем. Глеб, давай, у нас 12 минут, чтобы решить эту проблему. Это жестко. Иначе все сбрасывается, и надо заново. А как понять, монитор Ребят... захватить? Ну, экран же, захват экрана, это и есть. Не? А, ну да, да, захват экрана второго. Ну да, полноэкранная игра, я только что сейчас пробовал. Ну, у тебя игра работает хорошо. Да. Странно. Че я посмотреть, стопы. Так. Может быть, ты не планировал 12 минус брать себе? Нет. Она, слушай, она же на консолях еще вышла, да? Но только на боксе, это майкрософтовский. А, блин. Сейчас я посмотрю, сколько она стоит вообще. Просто я же в Европах, у нас-то все дорого. Ну, я понимаю. Ну, сейчас ребята, зрители скинутся, тебе компенсируют. 20 евро, 19 евро, ладно. Так, ну ладно, хорошо, давай еще. Она большая вообще, быстро скачается? 2 гигабайта. Ладно, сейчас быстро тогда скачается. Ну, давай, развлекай тогда пока. Ну, что ж, ребята. Верну вебку, чтобы вас развлекать. Не знаю, в чем проблема. Возможно, проблема в моем компе, который уже достаточно старенький. Но на самом деле у меня что-то первый раз такое, чтобы игра проигрывалась нормально у меня в окне, а в OBS тормозила. А сейчас посмотрим, может, у меня то же самое будет. Ну да. Так что, ну, либо мой комп, да, шалит, либо какие-то шероховатости с самой игрой, непонятно. Какое... Прикинь, в Стиме, короче, захожу, вот прям в Стим просто, в Стиме 21 еврос. А если с сайта покупать, то 10% скидка. Вот это что такое? С какого сайта? Ну, если на сайт стимовский заходить, А-а-а. То там 10%. А если в Но самом Стиме... Не... Ну, я сейчас на сайте теперь пытаюсь. Сейчас я логин свой... А, у меня запомнен, ура. Да, да. На сайте есть скидка, в самом Стиме нет. Ну, Габен, ну, камон. Отлично, отлично. Видишь, получается уже 17 с небольшим. Минут? Нет, евро, к сожалению. Нет, 19 евро получается. А, это уже со скидоном 19? Да, а без скидона 20. Да какого хера? Вот прикинь, я пробил игру, я вошел логин, и опять теперь 21 евро требует. Не, я куплю, конечно, но это херня какая-то. А там как раз истекало предложение, типа, ну как будто, ну то есть дорелизное. Но на сайте-то оно есть. Ну то есть там пишется еще, типа, все ок. Так, так, все, купил, сейчас качаю. Пробуй полноэкранном режиме игру захватить. Windows Edit Resource OBS. Да, во всех режимах пробовал. И в оконном, и в окон Borderless, и в полноэкранном. Захватывал и как игру, и как окно, и как экран. Как экран, если вы понимаете, о чем я.
Так что по-разному. Так, я отвалюсь тогда картинкой от Дискорда. Да я тебя не показываю уже. А, отлично. Так, ну, скажешь тогда, как все подготовишь, и я выключу, а ты стартанешь. Ты как, вебку будешь подрубать или как? Давай проверим сначала, вообще работает ли игра. А там уже разберемся. Так, сейчас. Ну, кстати, правильно, правильно тебе советуют, можно в целом меньше 2 часов наиграть и сделаешь рефанд. Ну, посмотрим. Может, мне понравится. Так. Давайте придет, успеет ли Souls установить игру за 12 минут? Да, конечно, конечно, успеет. Но уже половина скачалась. Ну вот видите. Пишет, минутка еще. Я как раз пока тут настрою все остальное. Хотел вот в кои-то веки, думаю, разгрузить немножко Солда, вот его именной слот четверговый, думаю, пускай немножко отдохнет, пообщается с чатом, я поиграю. И вот видите, как судьба распоряжается. Ну это прелесть стрима игры в день выхода. Угу. Сомневаюсь, что понравится, вообще не понимаю, откуда такой хайп вокруг этой игры. Так, так, так. Первые эксперты появились в чате. Северлок, что ты знаешь про эту игру? Где ты уже питал информацию? А Артмык уже прошел. Игра какашка, говорит. Фига себе, вы быстро, конечно. Где игра? Сейчас мы подготавливаем. Сейчас. Она требует некоторых подготовительных мероприятий. Так, сейчас я... О, громкая какая. Эта игру стримит без каких-либо проблем, только у вас такая шляпа. Это только у меня, скорее всего. Но сейчас мы убедимся в этом. Сейчас, да. Проверим. Так, ну, что ты игру-то не показываешь? Может, утонченный русский шрифт FPS сжирает. Но он подозрительно выглядит, да. Так, а почему у меня не отображается игра-то в эфире? Сейчас. Окно то выбрал. Окей. Интересно. У тебя не отображается? Пока нет. Сейчас попробую. По-другому. Ну так, вот это видите. Что я сделал? Я вам пока вот так вот под... сделаю видимость, что мы играем. Блин, только формат какой-то у картинки не тот. Слушай, это какой-то прикол с игрой. А что, у тебя то же самое, что ли? Нет, у меня оно просто не отображается, окно вообще не видит. Ну, а если экран? Сейчас я попробую еще по-другому, да. Это небольшой тизерок такой, что вас ждет в этой игре. Как видите... Это чтобы игра не проходилась очень быстро.
Так, а если Game Capture? Во. Получилось? Ну, как минимум, игру видно. Окей. Первая, так, ну все, давай, я готов тогда перехватывать. Давай, отсоединяюсь. Ребята, никуда не уходите. Сейчас Солт возьмет управление на себя. Ребята. Блин, мне надо чат еще сейчас развернуть. Так, ну что? Сейчас. Открываю, буду смотреть. Сейчас я тоже выберу утонченный русский язык. Так, ну в меню-то оно вроде у меня тоже нормально. Ну, сейчас посмотрим. Да. Ой, она громкая, наверное. Ничего, нормально. Так, ну говорите, что там по фепсам, мне не видно окно. Вроде все окей. Да? Ну давай тогда сейчас еще твою вебку как-нибудь. За это самое. Как тебе удобнее-то? А, в Дискорде прям дай. А, только сейчас мне надо будет второй монитор переключить. Подождите. Ну нормально, нормально. Как раз народ подсобрался, все хорошо. Народ. Опа. Drop grenades. Спасибо большое за донейшн. 666 рублей тут прилетело тебе. За донейшн? Ну как, да. Мне, нам? Ну я имею в виду за в счет компенсирования покупки. Так, давай включаю камеру. Это спасибо. Так, а я не то включаю. Сейчас. Так, во, второй монитор ожил и умер. Нет, не начинай, ну не сейчас, нет. Сука. No. А что случилось? А я не знаю, он у меня почему-то моргать начинает. Ладно, сейчас попробую. Что, неужели на одном придется все это делать? Ну ладно, сделаем на одном. Так. Сейчас, ребят, сейчас сделаем вам Глеба. И хлеба. Окей. Ну, наверняка, я думаю, хватает людей среди нашей аудитории, которые скучали по настройкам стримов, потому что все больше профессионального подхода на нашем Twitch-канале. И все меньше стрима, настроек. Но, ребята, старая гвардия как бы тут как тут, поэтому все нормально, все в порядке. Вот, пожалуйста. Можете не благодарить. Так, сейчас мы тебя еще в рамочку ставим тоже. Ребят, это сложная профессия. Да. Многие задумываются, что сложнее, стримить или работать на заводе. Ты как думаешь? Ну, тут у каждой профессии есть свои нюансы. Да. Так. Снимать ТикТоки еще сложнее. Снимать ТикТоки, я вообще не понимаю, это сверхлюди вообще снимают ТикТоки. Я недавно зарегистрировался в ТикТоке. И первое видео, я не знаю, как бы это и бурю эмоций я испытал.
когда мне показали первое видео, или, по-моему, или это была веб-версия, я не помню. Короче, первое видео на ТикТоке, вот я захожу на ТикТок, и мне показывают мужика однорукого на пляже, который что-то рассказывает, вот, типа, я вот, ну, он какой-то травмированный или какой-то, ну, у него такие физические есть определенные трудности, серьезные. И вот он на пляже стоит и рассказывает что-то про то, что приехал отдыхать. Я нифига себе думаю, вот это я зашел на ТикТок. Окей. Так, все, кажись, я тебя вставил. Да, погнали. Да, единственное, мне не видно, что по громкости, поэтому, если что, пишите. Да, про громкость не стесняйтесь сообщать. Все, будем отслеживать. Так. А, ватермарка не нужна, поскольку не у нас нужна. Есть. There we go. Now I just need to use them to get in. Советом редакции было, в общем, оговорено, что если стримит Старая Гвардия, то можно не ставить вот ватермарку. Да не, просто если вебки есть, то к чему там ватермарка? Hey, babe. I'm home. Love you. Мне кажется, не вся игра попадает в кадр. Да не, вроде все нормально. Сабы внизу, галочка вверху, все в порядке. Но я не вижу, чтобы какой-то контент пропадал. Не-не, все так, это черные полоски есть. Ганна толкается. Тебя, кстати, тоже тогда толкнуло. Я обратил на это. Да. Такая своенравная. А может, это важно? Ух, едите, платить. Да, тут азбука Морзе, по-моему, какая-то. А, ну да, смотри, ты заходишь, короче, первый раз. Да блин, правая кнопка мыши, выход в меню, это так странно. Наверное, типа, чтобы экономить секунды. Чтобы не терять секунды, прям раз тыкнул, сразу подумал, пока в меню ты сидишь или время не идет. Так, ты сразу нож прибрал, да? Я вообще все что-то... Ну, понимаешь, я люблю пылесосить в играх. Да, сейчас, знаешь, такой сломал стул, ножку оторвал, просто жена сидит, смотрит, что ты делаешь. На всякий случай! У меня плохое предчувствие. Так, что я вообще должен? Ой. Я спер телефон. Это ее телефон? Так. Что-нибудь пропало? Мне кажется, квартира выглядит так же, как и раньше. Привет, солнышко. Я опять забыл ключи. Знаю, сам дурак. Может, сделаем запасную копию и спрячем где-нибудь у входа. Я только что пришел на работу. Детка работает, конечно, плохо, но тебя даже не сексуально. Я выхожу с работы. Прости, что снова опаздываю. Я пообедал в перерыве. Это спам какой-то непонятный. Занятно, что здесь, да, про ключ сообщается, хотя мы, типа, уже нашли его. Но мы теперь знаем, почему он там, почему они решили оставить. Да, странная, конечно, планировка. А, хотя, если там... А, там ванна, да, сверху? Ну, то есть, да. Получается, квартира в генеральный план квартир... А, нет, он не совсем прямоугольный. Ладно. Кровать. Вентиляция. Я просто не понял, а что я сделать-то должен? Просто пока живи. Пока можешь. Может, пообщаться с женой? Там. Может, перепихнуться успеешь? За 12 минут это мой стандарт. Золотой. Так, у нас есть причина для такого застолья. I'll tell you over dessert. За десертом. Так, сказать ей, что ты что самое время приступить к десерту. Не хочу пока, я хочу поизучать еще. Что там в этой. Так не, а может быть это и как раз. Может эфемизм? Быть, но да, я сначала в ванну зайду. Посмотрю, что тут есть. Ай, блин, реально очень странная планировка квартиры.
по-моему, типичная американская. Нет, ну я, это да, я имею в виду по, так сказать, общим рамкам этой квартиры, то есть странная фигура получается. Блин, какие же всратые русские шрифты, ну, серьезно. Ну, я могу переключиться на английский, но мы потеряем да перевод. Да не, нормально, нормально. Ладно, давайте. Погодите. Пробовался с унитазом. А откуда? Я же уже брал, по-моему, кружку, нет? О, вторая кружка. Фига себе. Две кружки здесь? Значит, получается, здесь кто-то живет, кроме твоей жены. Как это мило. Да. Блин, тьма. Руки не помыл. Кстати, после унитаза добавил, с унитазом, а руки не моешь. Ну, не знаю, как тебя, меня учили на руки не ссать. Ну, я не помню, чтобы мне такое говорили. Ну, то есть, вот реально, вот я вспоминаю процесс воспитания свой, как меня люди, родители прежде всего, наставляли на путь истинный. Я не помню ни одного случая, когда мне говорили не ссать на руки. Я не успел съесть десерт. Быстро, да, Дефот нормально берет инициативу в свои руки. Ты решил сразу, да, приходу? Я попытался нож взять, но он что-то не захотел. А ты ничего никак не можешь, типа, сопротивляться? Да? Я нажимал, ничего не работает. Слушайте, а может быть это обязательно первый луп именно так прожить? Ну это не прикольно. Может быть. Так, ну вот сейчас нож, не? А, нож надо удостоверение не показал. Да, предметы перетаскивать. Всё, да, тогда нормально. Непонятно. Ну, типа, насчет удостоверения, ну, типа, ясно, что он какой-то явно непростой коп, если коп. Само собой. Так, еще успешно. Хера себе. А что это? Это кровище так брызнуло, как-то неестественно? Окей. Погодите, это он меня ваншотнул в луп? А 12 минут прошло, как вы думаете? Не знаю. Кстати, да, слушай, стрим идет 12:40 сейчас. Не, ну, я думаю, что это совпадение, потому что мне кажется, что ты больше минуты до двери до своей шел. Он тебя лупанул! Класс! Да. Солод очень, я вам скажу, должен сказать, Солод очень любит каламбуры. Обожаю. Все время как какое-нибудь там мы придумываем название для ролика или для стрима что-нибудь. Все время от Солда вот эти вот такие классические каноничные стоп-геймовские заигрывания со словами. Кринжатина. Так, а можно ли как-нибудь... А, ну теперь мы, в принципе, можем предупредить ее, наверное, о том, что не стоит открывать копу дверь. Давайте этот десерт-то все-таки попробуем в этот раз. Ну да, да, да. И это. Все-таки я предлагаю попробовать другой, так сказать, десерт. А что-то нету больше десерта. Все, теперь уже только рассказать о полицейском. Расспросить о прошлом. Давайте о прошлом. Так, солгала о своем про... Так, как умер отец? Просто прикинь, вот ни с хера такой вопрос. Жестко. Был директор каламбурочный. Директор каламбурочный звучит солидно. Так, наверное, давайте вот так вот сделаю. Будет удобнее читать.
Did you murder your father? What the fuck kind of question is that? Он докопался до жены. I'm not playing. Did you ever own a pocket watch? Нашел, да, pocket время? Watch? No. Not that I remember. А что за карманные часы? А там этот полицейский что-то вроде про них сказал. You sure? Pocket watch, very valuable. Babe, I have no idea what you're talking about. Where'd you hide the watch? Will you stop with that? I need to know what you did with the watch. This isn't funny. We're done talking about this. Ой, ладно. Мне кажется, я знаю, где часы. Let's talk later. Они наверняка в... Yeah. Так, сейчас я ж нож взял, да, я ж смогу ножом как-нибудь вентиляцию там подцепить. Ну да, либо воткни его в выключатель. Это чтобы быстро лупануться. Ну да, да, да. Тут лучше не залупаться. Так, а что, там нет ничего? Да ладно. Или там просто тебе что-то спрятать нужно? Да блин. Нет, нет. Ну да, полюбас туда надо что-то прятать, но у тебя, наверное, нет еще нужного объекта. Так, ну как минимум, там стало посветлее. Да, уютненько. А чё, он не возвращает? Ну ладно, а кровать? Чё положил, значит положил. А коп, ты чё там, типа... Я лёг спать. Пришёл, короче, докопался до жены про убитого отца и пошёл спать. И поспал минуту. I'm with the police. Turn around, please. What? Me? Yes, you. Hands behind your back. Let's go. Так, а можно? Тебя, по-моему, жену захватывают, а ты картину разглядываешь. Неважно, она убила кого-то. Сидит в кресло. Я не думал, что он сядет. Я думал, он возьмет что-то. Просто я не при делах. Now you, hands behind your back, please. Don't move. Нашел, смотри-ка ещё. В чём грубый такой? Да он хитман вообще какой-то. А ты там пнул голову жены. Не обратил внимания? Да. Ну здесь... Этот... физика такая. Такая себе. Shut up! You know what this is. Now, hey! I don't know. Don't... Ах ты мразь! No! Я провалился сквозь стол. Да, здесь, конечно, с... как это называется, коллизиями есть определенная проблема. Так, ну ладно, давайте... Так, ну, третий луп. Да, сейчас будем канать жену вопросами глупыми. Слушай, а он почему тебя... Типа, если лежать и не вырываться, может быть, он типа скажет что-то конкретное, что ему надо? Нет, но он про часы вроде как раз там что-то. Ну, можно не вырываться, но чё, я терпила, что ли? Ну, действительно. Хрень, конечно, какая всё-таки мелепиздрическая квартира, да? Так-то. In the next few minutes, a cop is gonna knock on a door. What are you talking about? The cop, he's gonna accuse you of killing your father. What? Если удуматься. Даже коридора нет. Все мы привыкли, что вот у нас есть хотя бы какой-нибудь, но коридорчик. А это прям заходишь сразу в гостиную. No, I'm serious. Please, don't open that door. It's important. This isn't funny, babe. Don't open Евро двушка же обычной студии в Москве. Ну, я не знаю, как вы там в Москве живете. Come on, let's just leave before he shows up. Come on, are you that scared? У нас в регионах люди живут на широкую ногу. At least it won't be on an empty stomach.
asking you, please, just come downstairs with me. 5 minutes tops. No, I'm not going downstairs. Какая упрямая жена. Чувак, разводись. Поешь десерт, без десерта не пройдешь. Тебе подсказка есть. What? I don't know what you're talking about. А как поесть? Потому что здесь, по-моему, нету такого. Другие темы. А, вот, да, есть. А ты можешь ее пырнуть ножом? Сейчас попробую. I'm stuck in a time loop. So, часы в десерте. Вот это поворот будет. Yes. Yes. Jeez. I'll prove it. Yeah, great. Let's see it. Wow me. Let's see. Так. Well. А как ей доказать? Часики? Ой, часики, телефон. А что там, о чем была речь? Что доказать надо? Что мы во временной петле. Okay. Good talk. Let me try something else. Let's see. А что такого? Я понимаю, если... А, радио, может быть. The radio. What about it? Not sure. Cool. Ну, блин. Let's see. А что ты не знаешь-то? А, слушай, ты же знал... ну, хотя, типа, телефон, да, не показатель. Реально, событий-то никаких не происходит, которые можно было предречь. Ну, кроме вторжения копа. Ну, просто по радио можно было. Ну, а почему радио не работает? А я не знаю, я первый раз его вроде трогал. А может быть... А, ну, хотя странно. Окей, хороший разговор. Давай попробуем что-то еще. Посмотрим. Да. Я подумал, что, может быть, ты, типа, потрогал его в первом лупе, okay. Не потрогал его во втором, и теперь в третьем, типа, не считается. Но это отстой, если так. Ну what да, странно. Not sure. Cool. Let's see. Свет. Выключатель много. Попробуй, да. А-а-а, ну свет, ладно, окей. Амрит, спасибо большое за подарочное. Спасибо. Something really wrong with the wiring. One of us could get really hurt. Yeah, no kidding. We really gotta fix that thing. Any other suggestions? Let's see. Нет, точно надо радио, но почему я не... Почему сейчас это не работает? What do you got? Опа! Hey, менты. Hey, если выходишь из дома, тебя это автоматом тоже лупит. Так, ну давайте радио попробуем. Гром может. Посмотри в улет. Что такое в улет, не знаю. Телефон вентиляции попробуй. Не, телефон вентиляции это Солод сам его клал туда. То есть он не там, не лежал изначально. I didn't hear you come in. Прячься в шкаф и жди. Может радио включить до диалога? Ну вот, я включил сейчас. Я попробую с ней сейчас поговорить и сразу к десерту перейти. Она вон сосаться к нам полезла, как мы только зашли. Такого не было раньше? Но она раньше, по-моему, грубой всегда была. То есть она триггернулась на то, что ты радио включил? Видимо, любит музыку. Ее возбуждает радио. Получается. О, она пошла переодеваться. Опа. Иди. Так, ну я явно вот в этот момент могу что-то сделать. Ну, можешь прятаться в прочистить шкафу. Трубы, как говорится, в комедии в какой-то американской. Все, она никогда не догадается, где я. Черт, как она меня спалила. Ящик в спальне, смотрите, там лежит подарок. Ну, это я, ну, видел, я его доставал. Ну, давайте сейчас поедим в этот заход. Honey. Да, поесть не мешало бы.
Тут что-то все раз диалоги, диалоги, суета какая-то. Плот вышел из шкафа. Не впервой. Господи, как криповая анимация. Да, когда от первого лица показывают, конечно, прям такое. Я даже подумал о том, что зря, наверное, они такие кадры добавили в игру. То есть лучше бы она топ-даун была вся. So, when is the dessert not just dessert? I have something to share. Dessert and a present? When is this, my birthday? Just open it. Свет не выключили в спальне, счетчик накрутится сейчас. Но там переключатель дурацкий. А чё там, подарок-то какой? Детская одежда, она беременна? И там написано «Дала». Далее, это отсылка к Silent Hill? Не знаю. Почему далее? В честь матери? Это точно, ребят, все, confirmed. Это продолжение Silent Hill. Игра от Кодзимы. Теперь, наверное, можно сказать ей, что она беременна в другой лупе. Ну, да, теперь, наверное, да. Are you sure? Yes. How could this happen? When a mommy and a daddy really love each other? No, I thought you were on the pill. I am on the pill. Sometimes. Она еще и... Мы, короче, настолько хороши, что смогли забороть противозачаточные. А вы говорите 12 минут, это мало. Да. Быстро, но мощно. Блин, я вот не сильно вслушиваюсь, она местами так на Скарлетт Йоханссон похожа голосом. Скарлетт Йоханссон едет в Херсон. Йоханссон. На десерт. Нет никого дома, все. А компот! Come on, I know you're home. Open the door. Ну все, я в шкафу. Он вломится? I have a warrant. Open up. Конечно, вломится. Ты думаешь, что он отойдет, уйдет? Говорит, ордер есть. Ну, конечно. Карта родила сегодня, кстати. Внезапно. Так, ну давай, ломай дверь. Я, честно говоря, хочу больше посмотреть на анимацию, а не на то, как он будет. Я уже слышал крик ребенка, что? Блин, ну, ё-моё, что-то, конечно. От первого лица анимация прям сратая. Ну, сратенькая. Там реально ребенок уже какой-то, что за бред? Не, ну ребенок кричал у соседей. Да? Угу. Окей. What is going on? Help me! Will you come help me? Well, who come help you? My wrist. So, someone is here. Но, блин, женушка спалила нас. Спалила. Babe, will you tell him? This is a misunderstanding. Look, I don't know. Don't have to handcuff me. We can talk this out. Блин, он прям по голове и прошелся опять. Кошмар. Немножко напоминает сцену из законопослушного гражданина. Он прям в ногу ей вошел. Нет! Сука. Now you, hands behind your back, please. Don't move. Мужик, тебе показалось. Да нет там никого.
Так, ну хорошо, а если ничего не делать, я в этот раз нож не брал. Просто лежи и получай удовольствие. Да, чёрт, спасибо. Shut up. You know what this is. Now, where's your father's watch? My father? Please, you must be thinking of someone else. Uh-uh, no playing dumb. Tell me where the watch is. I'm not lying. Please don't hurt us. Honey, tell him. He can't help you. Just you and me. Tell me where the watch is. Hey, listen. Wait, 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 wait. What is it that we're being accused of? Exactly. Quiet. I'll deal with you in a minute. Tell me where the watch is, and we all go our separate ways. I'm telling you, I don't know about any watch. Okay. Он к часам к этим докопался. Ну, у меня опять с этим, с криминальным чтивом что-то чисто вспоминается. Да, да, да. Я тоже об этом подумал. Ой, ой! Мужик, ты что творишь? И что он сделал? Задушил тебя? Да. Не, я люблю удушье, конечно, но... Не настолько. И жёнушка не договорила, да? Ну... Есть все больше подозрений, что он не полицейский. То есть первая встреча тебя не убедила? Так, ладно, давайте сразу... Сразу докажем, что она беременна. Давай, покажи ей. I'll prove it. Yeah, great. Let's see it. Wow me. Let's see. If you can prove it. Игра уже вышла, Килот. Вот прям буквально час назад. In the bedroom. Something's really wrong with the wiring. One of us could get really hurt. Это Лупов. Yeah, no kidding. Назад. Really gotta fix that thing. Any other suggestions? Let's see. Так, а как мне подарок? Или подарок надо было сразу что ли взять, или можно? This present. Look, look, it's clearly unopened. But I know there were baby clothes inside. I just bought them today. How could you know? You're kind of freaking me out. But do you believe me now? I mean, I'm getting there, I guess. All right, let me try and prove something else. Черт, еще что-то надо. Let's see. Давайте радио попробуем. А ты сколько доказательств привел уже? What is gonna play? Блин, радио не котируется. Офигеть, вот ты... Конечно. Духота. Вообще, радио, это ж идеально. Вспомнилось мне в дне сурка, как он тоже день там с радио начинался все время. No, I didn't call the cops, but he's coming anyway. There is a cop coming. That's your prediction? Yes. Well, if he shows up, I'll believe you. I need you to believe me now, babe. Well, if you got something else. Только про беременность можно провернуть? Про беременность. Так я уже, ну, сказал, что детская одежда, а как беременность? I'm waiting. Wait, what is it? Let's see. What about the vent? What about it? Yeah. Ну, насчет вентиляции, а? Как тебе такое? Да там ничего нет. In a few seconds, we'll hear thunder. Yeah, we just heard the storm roll in. Thunder in a rainstorm. What'll they think of next? Не, ну ладно, хорошо, гром не канает, но радио, ну ты охренела. Не, чувак, вот прям вот сто пудов, разводись. Да, жена какая, конечно, такая, что-то бесячая немножко, пока что. Well? The dessert. Про десерт скажи, да не было пункта такого. Ну, то есть, про десерт нельзя сказать, потому что, типа, его нету в обозримом пространстве, насколько я понимаю. Так как же тебе доказать-то?
Impress me, Nostradamus. Она еще ерничает. If you can prove it, I mean, it'd be... Well, oh, your phone. What about it? Not sure. Cool. Let's see. И к чему точно не знает, ты же смотрел. Чего-чего? Ну, он типа спрашивает, что в телефоне, а он говорит, я точно не знаю. Ну ты вот же да, его проверял. Странно, что он мог бы сказать, что там есть. Хотя, с другой стороны, там только смс-ки ему же. Ну да, да, это не доказательство в любом случае, но очень странный ответ. Hey, what about the sink? What about it? Yeah, nothing, I guess. Okay, good talk. Let me try something else. Так, что-то там какое-то лекарство, по-моему, было в ванной. Хотя в аптечке лекарство, но логично. Попробуйте вырубить копы электричеством в спальне. Okay. Это же каким образом, интересно? What about it? Not sure. Cool. Один дома уже какой-то. You know what, forget it. Police, wait. Open up. Is that him? Ну ты обещала не открывать, овца тупая. Around, она yes, обещала you. Поверить, Hands если придет коп. Да-да, пыряй, да. Ну, не получилось. Да зараза, ну вроде я воткнул в него нож в этот раз хотя бы. Ну да. Ну на тебе еще лупу. Выключить свет и сидеть в комнате. Может он зайдет и включит свет и ударится током. Так он не смертельно, это наш герой, это тоже постоянно типа искрит, но не погибает же он. Два раза свет включи в спальне. Джессет Грей пишет уже не в первый раз. Окей. Okay. Вот теперь я ее бортанул. На, сиди, внимание. Так, раз. На нах. Два. Да, слушай, убивает. Опа, она пойдет. Вот так, еще но надо лупа. Теперь придумать, okay. Как мента-то сюда подвести. Наверное, ну, если можно окно зашторить, я бы зашторил. Типа, чтобы темнее было. Надо, наверное, в вентиляции сказать, что в вентиляции. Слушай. Часы. Да, а ты обратил внимание, что он сказал, слава богу, что я был в обуви. То есть нужно копа заставить раздеть. Сначала снять обувь, а лучше вообще полностью раздеть. Класс. Так, ну смотри, если я смог положить туда телефон, то, наверное, это правильное действие. Мне почему-то так кажется. Да нет, куда ты спрятался, дурак? Так, нож. Погоди, а кухонная тумба чё? Ничего. Может жену бахнуть, когда она пойдет передаваться? Переодеваться, наверное. Ну, можно и так сделать, но это вряд ли нам поможет сильно. Еще кружки есть, может воду как-то разлить здесь? Может быть. А, вентиляция в зале есть. А, переоденься в жену, может он поверит, он вроде не Хитман. Нет, так он очень похож на Хитмана вроде, в том-то и дело. Ну, кстати, да. Так, давайте раковина в воду попробуем налить. В этой игре же один сценарий. Не знаю, разбираемся. Ну, типа, опций и возможностей разных много, но вполне... Типа, возможно, оно все к одному ведет в любом случае. Я бы не удивился, короче. Я сейчас умру. Не? Ура, он молодец, он все-таки не решился сделать. Не сейчас, сказал. А, ну как минимум вот сюда можно воду поставить. Да, и он сейчас такой раз его бьет, он хватает короче, за воду, да, она его обливает. Как-то драться будем где-то ловушку. Здесь. Ловушку. Да, здесь нож с собой, отлично.
И то есть он падает, и просто ножом его ты... Так, а можно закрыть? И потом ножом, три раза бьешь ножом и спрашиваешь, что тебе нужно? Guess who has two thumbs and remember to pay the electric? Нож закрепи на полу, чтобы при ударе током на нож упал. Это прям уже это один адвенчуры из 90-х пошли. Так, что можно сделать? Чат говорит, что 28 ударов ножом надо сделать. Это я могу. Чтобы наверняка. Так, а что о прошлом? Где она спрятала часы? I know you have a watch. I just need you to tell me where you hid it. A watch? What are you talking about? На телефон надо звонить. Stop. Я понимаю, но непонятно откуда. You wanna watch your tone? Tell me. На телефон надо звонить. Oh, это такая глубокая мысль. На стул надо садиться. Не, ну это логично Let's звучит. Так, а если ножом ей угрожать? No coming back from this. If I do this, I'm a killer forever. Да и пофиг, давай, тебя ж залупят, наверное. Hey, honey, come here. Дорогая. Yes? Так. Опа. Sorry, oh fuck, I'm sorry. Ну, конечно, сомнительное решение. Особенно если сейчас не залупят. Типа все, тебя посадили в тюрьму, жизнь закончена. Сейчас титры. Как он, конечно, решительно согласился на твое предложение. Опа. У нее есть вещи какие-то. Лутанул? Успел лутануть? Ключи от... Ну все, прячься в этом. В шкафу? Да блин, хрен знает. А как это получается? Ее кто-то убил, короче, да? Но дома никого нет? Ну да. Но мы подставляем таким образом копа. Сейчас звони. 911. А мне не с чего, я телефон выкинул. Черт. Why book and meditations? I have a warrant. Блин. Oh, these are for the front door. Так, ну посмотрим, интересно сейчас, как он реагировать будет. Так, погоди. Не выламывай. Да господи, ключи. А ты что, хочешь открыть? Нет, я закрыть хотел. Графоний! Господи. Так, здрасте. Жесть, вот это жутко было. Что ж ты никак его... Ну, вообще, да, слушай, уже столько раз одинаково его убивают. Блин, жалко, не посмотрели, как он отреагирует, когда труп найдет. Да сейчас, я жену опять убью, потому что из нее лут выпадает полезный. И еще надо попытаться все-таки заманить его как-то в спальню. Это тоже. На выключатель. Так, а как же позвонить на телефон? У меня у самого нет телефона. Че он за дурачок ты такой? Да блин. Эй, Хон. Эй, за что ты так ненавидишь женщин? Ненавидишь женщин. Только вот эту в игре, потому что она не хочет кооперироваться. Вообще, я говорил, что я не в восторге от Дейзи Ридли. Кошмар. Так, ну вот это тоже ведь наверняка какой-то код, шифр. Так, хорошо, ключи от дома. Зачем они мне нужны? Есть? Вот здесь было хоть что-нибудь такое закрытое? По-моему, нет. А что за красная книга? Что там? Что-то про медитацию.
Черт, она уже мертва. Ну ладно. Она несколько минут еще теплая. Так, а можно ее полить? Нет, не можно. Ой, ну фу, следов нет, я по крови прошелся и вообще ничего. Да, я тоже обратил на это внимание. Типа, блин, у них три помещения на всю игру. Ну, можно было побольше внимания к деталям, наверное. Да, она, знаешь, напоминает вот эту старую игрушку. Что-то китайская комната она называлась, или как? Escape the Room. Да, господи, выйди из шкафа. А, как? Как позвонить на телефон? Телефон явно должен привлечь мужика. Давайте, короче, я оставлю здесь телефон, сам спрячусь в шкаф и посмотрю, как он отреагирует на... А ты не можешь под кровать, например, спрятаться? Не, на кровати можно только спать, насколько я понял. Ну давайте, короче, посмотрим. А нельзя как-то промотать вот до момента, как придет коп? Только на кровати. Надо. Минутку. Скоротать. No. Тут часы не двигаются. А, ну вот, кстати, они сами пошли, как только я в шкаф зашел. Игра не такая глупая, как кажется. А ты переключатель подергал? Ну, я подергал до того момента, как он вырубает. Ну, то есть следующее включение должно убить, правильно? Ну, вырубить как минимум. Ну да, да, да. Просто в прошлый раз меня жена откачала, а сейчас она уже не откачает. Мэм. Так, давай, мэм. А, ну вот он заходит в помещение и включает свет сразу. Поэтому так. Есть надежда, что он сейчас в следующее пойдет и немножко охереет. Так, слушай. Пошел, пошел. Опа, упал. Ну давай, мочи его. Че, сразу ножом? Конечно. Не, ну можно связать, если есть чем. Но у тебя, видишь, веревки-то нет. Я что-то сразу нож схватил. Ну слушай, жену уже зарезали, то че бы его не зарезать? Ну конечно. Он все еще без сознания. А че это он без сознания? Так, телефон. Нож. У нее есть телефон. А, вот, можно было с него взять наручники и... Ну, да. Что-то сразу не подумали об этом, да? Ну, сейчас. Немножечко последовательность действий, знаете, вот как бы... Слушай, да он жив еще? Какой-то логический. Но он хорош. Why do you want to watch? Shit. Похоже на самоубийство. Но он упал на нож 28 раз. Моли его еще, ты же пистолет взял. Че? He was good to me when no one else was, and that monster murdered him. Слушай, у меня есть сомнение, понимает ли игра, что я его пырнул ножом. Ну, you тут как father, бы right? Луп yeah. покажет, как говорится. He was good to me. Taught me a lot. Ну, чат говорит, что понимает. А, окей. Now, will you please untie me? Он же попросил врача. What are we being accused of exactly? You really have no idea, do you? 8 years ago she murdered her father in cold blood. Да, конечно, жестко ты обошелся, я не знаю, это прям жуть какая-то. Я умею допрашивать. Это прям, я не знаю, это.
How did her father die? Her. She shot him. Christmas Eve, 8 years ago. Didn't kill him, though. Then on New Year's Eve, she came back and finished the job. Two shots. Здравствуйте, спасибо большое за ссылочку. Black Book? Нет, я не собирался ни стримить, ни играть пока что. Попозже, возможно. Но пока конкретно планов никаких нет. Либо к следующему рефану. Не к сентябрьскому. The pocket watch she stole, she tried to sell it. Pawn shop owner let us know. Why would she possibly do something like that? Money would be my guess. It's usually money. Maybe if you didn't kill her, we could have asked. Now, enough of this. Yeah, okay, okay. Listen up. Hey, I'm sorry I hurt you, but I'm innocent. I just found out about all this. Я не виновен. Я зарезал жену тебя, но я не виновен. Please, leave me out of this. You should have thought about that before you fucking tortured me. Let me go right now. Матюков нет в русском переводе. What do you want? Ну вот. Ложись спать. Thank you, God. Recognize this? Give it back. Нога. Это не то, что я хотел сделать. А ты что хотел? Ты с пистолетом навел на ногу. Что ты хотел сделать еще? Черт, он умер. Черт. Ну вот и прошли игру, получается. То есть все, я теперь должен выходить просто из квартиры в закат. Ну да. Бляха-муха, да что ж такое? Что ж... У меня не складывается пока в голове, что конкретно мне надо сделать. Давайте часы искать. Вдруг они в картинах. Телефон его проверь. А, ну... Давайте. Так, что в телефоне? Йо, как тут много. Так, на вашем счете образовалась задолженность. Просим вас вернуть полную сумму в течение следующих 30 дней. Мы... Передадим ваш долг внешнему коллекторскому агентству, если не получим оплату. Ну понятно, короче, чувак просто решил подзаработать. Mm-hmm. Так, пчелка, можешь возможно, мне... Ну, возможно, наняли? А, да нет, походу, ну, у него долги. А, можешь мне поверить, папа, я тоже волнуюсь, просто послушай меня, ладно, мы справимся. Не, имею в виду, он влез в долги, и его наняли, чтобы он какую-то грязную работенку сделал для кого-нибудь. Может быть. Надо было расспросить, а не резать. Но кто же знал? Меня... Я проходил эту... А, черт, время. Я не успел дочитать. Короче, ужасная игра для эфира, на самом деле, потому что вникать надо просто капец. А я заканчивал школу допросов Бэтмена, а он бил Джокера, хотя Джокер говорил не бить его по голове. Да, он говорил ему, неужели ты ударишь человека в очках? Так, ну ладно, давайте тогда жену не пряем, но спрячем. Не. Там был какой-то рецепт, сейчас я прочитаю. Не знаю, к чему он ведет. Надо было... Короче, я попытаюсь вспомнить. Да, нашел. Подмешайте таблетки в кружку, включите свет, в скобочках, не выключайте. Подождите, пока жена выпьет кружку. Mm-hmm. Ну, давай попробуем. Главное, не пыряй жену, попробуй сейчас сдержаться. Только ради тебя. Без палева, да? Вообще. Having trouble sleeping, huh? You have no idea. Черт, она впалила. Надо же. Удивительно. Консервы, консервы вокруг. Спальни надо было. И вода не помешает еще, а то как бы грызть с таблетки. А, она пустая, но я ж ни хрена не видно отсюда, непонятно. А даже если в спальне мы оставим, что она в спальне пить будет?
Нет, так ты можешь там размешать и, наверное, перенести, возможно. Сейчас, погоди, она выпила... Серьезно? Она все равно спали... Что? И по кайфу. Окей. Включи свет и не выключай. В рецепте так было. Включить свет где? В спальне. А, ее сейчас пришибет, значит. Нет, по идее, не должно быть. Не должно. Почему? Ну, она сейчас прилежет, она же захочет свет выключить. Ну так свет вырубает, когда ты его включаешь. А-а-а. Так, и чё? И теперь прячься. Да? И тогда. Ну и тогда он пойдет, наверное, сначала в спальню к ней. И включит свет и вырубится, и жена цела, и овцы сыты, и волки целы. Ну попробуем. А, блин, можно было телефон достать зачем-то. Now we wait. Блин, как многие переживают то, что ты не выключаешь свет в тех комнатах, где никого нету, типа счетчик наматывает киловатт-часы. У нас энергосберегающая. Мало жрет. Да. Ну и, как бы, наверное, это тоже стоит проговорить на всякий случай. Не пыряй сразу его, а просто освежи. Не, конечно, конечно. Я и пистолетом-то не хотел. Я думал, он угрожать будет ему, если в ногу прицелиться. Он будет угрожать ноге. Ну, не, наставляешь на ногу и начинаешь допрашивать. Ну, это рабочий метод, по-моему, нет? Выстрел в ногу тебя не убьет, но будет очень больно. Ну да. What the? Ну и все, как бы, сейчас он повязанный. Так, упал? Я телефончик сейчас возьму на всякий. Никуда без смартфона, молодежь. Угу. Так что действительно можно очную ставку устраивать. Идиллическая картина. Вообще идеально. Да блин. Так, у него заточка тоже была, да? Ну, нож какой-то, да. Честно, мне вот и жену хочется связать на всякий пожар. В чате тоже об этом пишут, не знаю, насколько. Ну сейчас попробуем. Нет смысла. Ну нет смысла, значит нет смысла. Listen. You knew her father. Fuck off. This has nothing to do with you. Untie me right now. А чё, да, ну 911 это очевидный вариант. Надо бы как-нибудь попробовать. Ну типа 911 в 12 минут никак не залезет, ну приезд. You need to tell me why you're here. I said, let me go right now. У меня ощущение, что он вырвется. Солд готов переходить к крайним мерам. Ну крайние меры это почитать его телефон. I was gonna leave you out of this. Так, давай. Я так устал, хотел, чтобы ты был здесь. Это так несправедливо. Спасибо, что так меня поддерживаешь. Мама тобой гордилась. Да нет, ну как ты, сука, вот я ж знал. Я ж хотел его пырнуть, блин. Да, ну ты, конечно, даешь. Надо было как-нибудь там это. Коленом. А знаешь, вот чем меня больше всего... Мне впадло повторять все заново. Ну, есть, да, такое сложность определенная. I didn't hear you come in. Best night ever. Let me know when you're in. Yeah, I will. А, ну перематывать диалоги хотя бы можно. Бз.
И оставили пару наручников, значит, надо использовать старые. Да нет, он же поднялся-то не из-за использования. Не из-за неиспользования вторых наручников. А из-за того, что у него нога не, нога не простреляна была. Наверное. Наверное. Вторую стяжку можно на ноги. А, но, нога же интерактивная точка, действительно. Вторую стяжку-то попробуй на ноги. Так, поведется она опять вот здесь, если оставить. Связать по рукам и ногам патроны пригодятся. Так, давай телефон. Я не успеваю еще смс-ки дочитать, потому что коп-то приходит... ну, мы же ждем какое-то время, и у тебя 12 минут заканчиваются очень быстро. Ну, то есть, у тебя нет этих 12 минут. Если бы коп зашел бы сейчас сразу, и время бы еще шло, а ты же пока там сидишь и ждешь, у тебя на допрос копа очень мало остается. Just gonna lie down for a sec. We'll talk later. Давай, давай, иди спать. Не так, и в чем цель вообще? Да вот разбираемся. Выяснить, что приходит мент, почему обвиняет нашу жену в убийстве ее отца. Ну и самое главное, что временная петля почему-то организовалась. И это 12-минутная. Тоже. Попробуй номер дочери в свой телефон вбить. Вариант. А, так пчелка это дочь? Угу. Open up. FBI, open up. Забавно, кстати, ты когда, ну, сверху смотришь на этого мента, он лысый, и кажется, что он там гладко выбрит, но когда мы подглядывали в глазок, он бородатый такой. Mm-hmm. Anyone home? Hello? Police, come on out. Ну вот этот момент можно, интересно, как-то проскипать, а то он пока зайдет, пока туда, пока сюда. What the? А чё вот он так удивляется, что девушка спит в своей кровати? Ну да, он пришел с тех краев, где так не принято. Ноги. Да ща по рукам и ногам его свяжем. Девушка спит, не среагировала на звонки, грохот и крики, но типа мощное, снотворное, все такое. Слушай, а нельзя ногу? Нога. В ногу только нога. Стрелять можно. А, и слушай, и в другие части тела можно стрелять. А связать нельзя. Обидно. Да, странно. Ну сейчас начнешь диалог, он начнет артачиться, и ты можешь немножко ковырнуть там ногу ему, например. А нож можно в ногу? Ну, должно быть, по идее. Этот нельзя. Блин, это странно. И этот получается, не... Получается, стрелять придется. Но он вынуждает, игра вынуждает. Жена крепко спит. Батареи нету, видишь, они где-то в, видимо, в Южных Штатах. Батареи не видать. А, хотя вон там какая-то решетка, да, под окном. Чё потекло, кровушка, ты что сделал? В ногу выстрелил? Mm-hmm. How's that daughter? Fuck, you son of a...
этого. А жену-то тоже не разбудить. Придется стрелять. Не, ну давай попробуем позвонить на телефон. Dad, the movie's about to start. I'll call you back later. Please. I told you to call me earlier. Please. Love you. I'm bleeding out. Наложи жгут. А, можно, кстати. Или не можно? Не, не можно. Ну, мужик, сорян, не спасти тебя таким образом. Может, какое-нибудь полотенце? Полотенце? А нет, вроде ничего такого. Yeah, okay, okay. Запиши номер, listen, позвони со своего в начале времени. Ну, имеется в виду записать прям типа натурально. Да, я понял. Я вот ищу сразу ручку глазами, но что-то у меня нету. Ну, сейчас мы с чатом запишем. Ты покажи. Давайте. Записывайте. Челка 413-555-0193. 413-555-0193. Все, записали? Да, вижу. Записали. Так, а страховая? Я, видите, я еще и не прочитал все, что здесь есть. I'm bleeding out. Да пофиг на тебя. Но в любом случае, в вентиляцию можно телефон положить. Зачем? Да, please. Интересно. И его тоже? Кстати, давай проверим, пока, может, успеем. Да пофиг на тебя. Так, это его телефон. И наш. Она реально 20 часов проходится? Я очень сильно сомневаюсь, откуда такая информация. Да не, мне кажется, если знать, что делать, она проходит, не знаю, за полчаса. Ну, типа того, да. Должно быть так. What? Так, резать картину он не хочет. Жену разбудить мы не можем. Застрелить позвони жену. Кому-нибудь. Позвони пчелке. Да пчелке, я позвонил пчелке, но она сказала, что в кино, и поэтому сбросила телефон. Черт. Ну давай, 400... Что там, 413? 413-555-0193. Hello? Hi. Oh, movie's about to start. Sorry, can't talk. Try me later. Ну да, ей надо звонить заранее. Yeah, okay, okay. Mm-hmm. Listen up. Your daughter. А, вот, что-то про болезнь. И слова больше. Что-то он сильно выпендривается для связанного чувака с прострельной ногой. Что, еще одну пулю хочешь? Давай вторую ногу ему прострелим. Ну там лоб заканчивается, поэтому терять нечего уже. Получается так. Блин, он умирает. Зараза. Ну, насколько я понимаю, типа, два ранения равно смерть. Это что за... ТТК? Ну. Так, ну что, я думаю, что самое время навернуть десертик. Отпраздновать луп, так сказать. Черт, не успел. В аптечке в ванной были бинты? Не. Ну, по-моему, нет. Звони пчелке. Да, сейчас сразу прям, не выходя из шкафа. Еще даже пчелка. Жена не успела выйти. А ты уже пчелке звонишь. Что там? 413-555-0193. Жена подошла, а я в шкафу. Hello? Hey. I got your number from your dad. What? Ничего подозрительного. Listen, I know about your situation.
And I'm sorry for you. Cancer is awful. Who are you? Fuck you. Так, я походу выбрал не ту. Пошел в жопу. Блин, да, да, давай, давай в шкафу. Так, ну, по-моему, если сразу выйти, в прошлый раз, то меня сразу перезагрузило. Да. Работает. Все, давайте тогда позвоним и спросим что-нибудь другое. Так, 4-1-3-5-5-5-0-1-9-3. А вон, позвонить пчелку у тебя, это нельзя тыкнуть просто надписью? Твой дед говорит, что моя жена убила ее отца. Можешь мне помочь? Пожалуйста, он будет ее убить. Что ты говоришь? Почему ты говоришь это? Можешь ты просто поговорить с ним, пожалуйста? Он слушает тебя. Maybe she shouldn't have been a murderer? I mean that... Lose my number! Да, чтоб тебя за ногу, ну давай. Нет, жена, а тут... Зараза, все-таки... Not now. Поймала? Да. Так просто, ты не выйдешь. Я только хотел свалить. Она такая, не, без поцелуя, пошел в пень. And we're back. Попробуй призвонить, когда свяжешь батю. Когда связываем батю, она уже типа в кино. Ну, но может быть... Не и... сразу? Не, может она одумается? Hello? Hey. В смысле одумается? Она же не берет трубку. Не, она берет. Но говоришь, что кино уже начинается. Ну и как она одумается, если она не слушает тебя? Так, понятно, фигня. Ну хорошо, давайте опять тогда. Ой, как все сложно-то, а. Да давай уже, иди сядь. Дайте копу связать жену и дождитесь, пока он обрубильник вырубится, потом жену развяжете. Тоже варик. А как дать копу связать жену? А, ну просто жена будет валяться здесь, а он пойдет из нас искать и вырубит. Ну да. Так, ну я нож на всякий случай возьму. Конечно, конечно. Ванной есть вентиляция зачем-то. Да? Сейчас посмотрю, я что-то не обращал внимания. Где? Не вижу тут никакой вентиляции. Я тоже. Не, ничего не вижу. Ну ладно, давайте. Он, по идее, заходит, пойдет из... А он пойдет искать вообще нас в комнату, если жена не в комнате? Под аптечкой. Под аптечкой. Сейчас посмотрим. А, действительно, слушай, есть вентиляция. И чё в ней? Опа. Why would you do that? You're gonna ruin the apartment because so this was her father's watch. Ах, вот и часики. I don't even know what you're looking for. That's it. I'm out of here. Yeah, I don't need this right now. I'm out. Ой. Что с ними делать? А, куда? Чё? My father-in-law's old pocket watch. Куда она пошла? Она разозлилась, что мы... Ну, целее будет. Follow me to your apartment. Опа. Так, ее поймал мужик. Далеко не ушел. Не ушла.
Но я так подозреваю, что часы-то он ищет как раз потому, что они время отматывают. В смысле, этот мужик тоже в лупе? Мужик не в лупе, потому что иначе он бы нас обыграл. Но он в курсе, что часы как-то на время влияют. Ну, то есть он с помощью этих часов, видимо, хочет спасти дочку. Ну, мне почему-то так кажется. А рак там у дочки или у него? У дочки. Так, я надеюсь, он в следующий раз в комнату пойдет, а не... Ну вот, непонятно. Или все-таки... Не-е-е. Да, что-то не хочет он в комнату идти, походу. Ну как он по ней прям ходит? Да, понятно, он не заходит в комнату, если жена не там. Так, ну и все, он нас задушит же просто потом. А если лечь в кровать вместо шкафа? А, кстати, да. Он, возможно, включит свет, чтобы тебя оприходовать. Отдай ему часы. Я вот да, я тоже сейчас. I know where the watch is. What? I have it here with me. Just take it and leave us alone. Так, часы забрал, но я думаю, что он все равно сейчас грохнет просто. There we are. Thank you for understanding why it needs to be this way. Ну да, что и как и ожидалось. А если я ему часы отдал, то все, сейчас, ну, гейм овер. Морим, это интересно. Не, фух, работает. Так, ну короче, что делаем? Жену усыпляем, часы забираем. Дочке звоним. Ну и ложимся на кровать. А зачем? Если жену усыпим. Она сквозь дверь прошла? I didn't hear you come in. И она застряла теперь в двери. А как мне теперь выйти? А, во. Класс. Классная анимация. Ты вентиляцию в гостиной проверял? А то чат не успокаивается по этому поводу. А в гостиной-то где вентиляция? Ну так вон же, между шкафом и дверью в спальню, внизу. Точно. Нет, не проверял. Но я думаю, жена все равно ругаться будет, если... Ну, давайте попробуем сковырнуть. Мы теряем-то. Жену всковырнули, что, вентиляцию не всковырнем? Кресле с выключенным светом можно ждать, на кровати он уснет. Но он там на минуту засыпает обычно. Не, быстро нет, очень. Так, а можешь с женой поговорить? Мы информацию столько узнали. Может, мы сможем ей что-нибудь доказать. Ну, попробуй. Ну, по большому счету, ну, как бы, по идее, тебе надо, наверное, вывести всю эту историю на то, чтобы оба были в сознании. И мужик связанный был в сознании, с ним можно было разговаривать, и жена, чтобы была в сознании. Ну, видимо. I'm not. No, prove it again. I'll show you. Let's see. Так, хорошо, часы вроде бы плюс-минус сработали как доказательство. Ну и давайте детскую одежку. Okay. Show me.
this present. Look, look, it's clearly unopened. But I know there were baby clothes inside. I just bought them today. How could you know? I told you that I'm in a time loop. Do you believe me now? Oh, yeah. I mean, I think... Так, ну если она поверила, что теперь? I don't even know where to start. My dad wasn't always... О, про отца начинает рассказывать. After I was born, my mom was really focused on me, and I guess my dad felt... It doesn't matter. He started sleeping with my nanny. It was the start of my mom's spiral. Nothing was the same after she died. I blamed him. I mean, it was sort of his fault. And I poked at him a lot. We fought. Nobody can hurt you like the ones you love, right? Oh, anyway, God. Hey, I know that this is hard, but please, I need to know. Yeah. Yeah. Christmas Eve, he had caught me trying to sneak out, and I was so mad. I just poked at him and prodded at him, and he hit me. Jesus Christ. Anyway, I saw red. Of course, and he always had guns around. I grabbed one, and I shot him, and I just ran. Made it here on New Year's Eve. That Polaroid on the fridge was actually taken an hour after I got here. I was gonna turn myself in, but it was a new year. A few weeks later, you showed up, and... Well... And things were almost good before it all ended today. I killed my father. Never thought I'd say that out loud. And now Police, you know. Open up. What? Так. So then. Не открывай. So the man at the door, he's gonna say he's a cop. He's who was talking about my dad? Yeah. Don't open the door. Okay, I won't. Wait. You know what he wants. So then... А как ее? Посвятить свой план? Да как ты дверь открыл? А, я не закрыл ее, сука. А жена вообще ничего не делает, да? Ну надо бы, да, и как-нибудь вмешаться. А вентиляция пусто, да, вот здесь, в гостиной? Да. Давай подарок полицейскому дадим. No, please, no. This can't be real. This can't be. Shut up. You know what this is. Now, where's your father's watch? I don't want to do this, please. No playing dumb. Tell me where the watch is. I don't want to do this. Babe, are you... He... Will you come help me? Если что, что если шмальный скоп у нас вызвать 911? Ну, 911 надо бы попробовать, да. В каком бы то ни было вообще. В какой бы то ни было ситуации. Давай сразу. Что нам мешает? Жена еще даже не вышла, а мы уже такие 911. Services. There's somebody breaking into my apartment. He's got a gun and he's gonna kill me and my wife. Sending a unit right now. Get to a safe place. All right, when will they get here? Положи свой телефон в вентиляцию и позвони с ее телефона. Такой вариант. А зачем? В чем смысл-то? Sir, officers will be there as soon as possible. Get to a safe place. Понятно. От полицейских нет никого толка. 15 минут долго слишком. Да, жена, погоди, ну я по телефону разговариваю, ну не видишь, что ли? I didn't hear you come in. Best night ever. Guess who made dessert? Let me know when you're in the mood. Yeah, I will. Так, ну там еще какие-то варианты были.
Sir, our unit is on the way. Officers will be there soon. It's too long. They will arrive as soon as possible. Можете сыпь переложить в комнату с выключателем. Так он, видишь, проблема в том, что если он повязывает нас, то до часов-то уже дело не доходит. Я думаю, короче, жену усыпим. Ну вообще давайте еще с ней договорим немножко. Может, еще какую-то информацию выведаем. У нас еще один план был, один вариант. Оставить жену здесь, чтобы он ее связал здесь. А самим подготовить выключатель и ждать его в кресле. Дверь закрыть. Да, я закрыл дверь. Why book on meditations? I don't know. I've always been curious about it. My dad was always into that sort of thing. My zen wife, huh? Look, there's a line. It is only by forgetting that we ever really drop the thread of time and approach the experience. Ну, у тебя осталось минут 15 на рефант, если что. Babe. Или 20. Yeah, you're right, not my thing. Примерно. Cool. Good talk, honey. As you were. Держу в курсе. So, your father's affair. What happened? What affair? I don't know about any affair. But thank you for that mental picture. Блин, ей опять надо доказывать, что... Your nanny. Что мы в петле. What do you remember about her? My nanny? I was two when she left. I don't remember anything about her. His affair with the nanny. Affair with the nanny. What are you talking about? Она же не в петле. Ёпта. What the fuck is wrong with you? Но я знаю какую-то информацию, могла бы... Find someone else. Ой, все, опять расстроилась, ушла. Yeah, черт. I don't need this right now. I'm out. Так, ну ладно, давайте попробуем. Ждать его тогда здесь. В кресле. Давай попробуем. Оп. Выглядит, конечно, жутко. Я блин, просто, да? Специальное кресло для того, чтобы смотреть за спящими. Кресло для засады. Thank you. What's going on? I have a warrant right here. This will go easier if you cooperate. Hold still. Hey. Будет проще. Я, кажется, слышал, как она головой приложилась о пол. Жуть. Well, who come help you? My wrist. So, someone is here. I don't know. Hello? This is a mistake. Police, come on out. Babe, will you tell him? This is a misunderstanding. Да блин, она меня спалила. Вряд ли теперь в комнате Look, можно I... будет спрятаться. I don't know. Don't have to handcuff me. We can talk. Он же включает свет, когда заходит, и когда жена там лежит, чтобы ему не включить. Он вот, меня сразу впалил. Да пошел ты в жопу, господи, как ты бесишь. Никогда не думал, что буду так ненавидеть Уильяма Дефо. Надо было тебе простынкой накрыться, чтобы ты сидел в кресле под простынкой. И дырки для глаз сделай, да? Блин, я еще и нож не взял, ну зашибись. You're under arrest for your father's murder. Sure. Hey. Так, очередной рецепт счастья семейного. Усыпи жену, достань часы, открой входную дверь, положи часы на ящик в спальне, ложись в кровать и не трогай выключатель. Это правильный вариант? Ну, не знаю, но предлагаю такой. Actually, I warned you. Ну, давайте попробуем. Давай уже быстрее. Убивай нас. Полицейского пырнуть пытались, да уж... Сколько раз. И успешный, да, и неуспешный. И пристрелить, и... Что мы только не делали. Электричество мы убили. Ему как бы нормально тут в наших лупах приходится. Mm-hmm.
Свяжите его, обсудите с ним часы. Ну, сейчас будем пробовать разные вариантики. Да, сейчас жену усыпим. Часики достанем. Давай, садись уже. Мы же с тех пор, как нашли часы, не говорили с ним. Справедливо. Да, не говорили. А можно спрятаться, чтобы жена не спалила? А это тоже интересный вопрос. Спрятаться, чтобы жена что не спалила? Ну типа, зашел в квартиру и сразу пошел в спальню сидеть на кресле. Не знала, что ты дома. Ну, я часики не достану. Таким образом. Так, давай, иди пей. Да, в шкафу, кстати. Как там в спальне не зашторить? Задавался тоже этим вопросом, насколько я понимаю, нет. Не, по-моему, нельзя. А, тихо, ты куда пошел? Господи. Так, ну все, она сейчас пойдет спать. Tired all of a sudden. Oh, I'm just gonna lie down for a sec. We'll talk later. А, надо свет. Свет в комнате. Погоди. Ну ладно, я и сам могу выключить. Спокойной ночи, дорогая. Погоди, она раньше не так ложилась. Вот так вот. Она раньше обычно, по-моему. Ну, короче, да. Когда она сама свет выключает, тогда нормально ложится. Так, и чё, в чём план теперь? Сейчас мы достанем часы. Положим и уйдём, и спрячемся. Ну вот не знаю, чё дальше. Просто если оставить часы, то он, наверное... А, блин, темно. Еще такой вариант. Когда будешь в кровати и зайдет Дефо, скажи, что ты so horny и что ты хочешь сыграть Dungeon. Ну, в общем, ты понимаешь. Да. Так, ну что, реально, что ли, часы здесь оставить? Ложи часы на ящик в спальне, ложись в кровать и не трогай выключатель. Но это уже мы провалили. Блин, я уже, правда, потрогал выключатель. Ну, давайте попробуем. Часы оставил? Да, ну, блин, да, он, наверное, зайдет и схватит. Не увидит да сразу нет. Часы. Ну, да. Свет включит первым делом. А что, надо было часы, может, оставлять на столике в гостиной? Что, сразу взял, пошел? Ну, давай, пока он там. Come on, I know you're home. Open the door. Я не успею, наверное, я же дверь не закрыл. А, дверь открыть надо еще. А какая разница, закрыта или открыта дверь? Он в любом случае заходит. Бля. Yeah, I know. You know? I know. Congratulations. On the ground. Arms behind you. Don't move. What the? Погоди, а если бы я нож не взял, я бы сейчас валялся здесь связанный, он там отрубленный, жена в отключке. Ну да. А и копы приедут, погоди. А не успеют копы, у нас петля, черт. Не, ну короче, понятно, что надо сделать так, чтобы они оба были в сознании, да. Ну, поговори с ним про часы, раз ну, уж да. Мы сюда пришли. Так, кто
только давайте мы ему сразу ногу прострелим, чтобы он не вскочил. Смотри, уже рыпаться начал. Нельзя часы подкрутить, чтобы удлинить петлю. Да нет, по-моему. Is this the watch? Где еще одна стяжка? Ишеш. Так он ее использовал. Часы на... Ишеш. Да, здесь нет. Слушай, нихера себе, он встает. А, фух, упал. Напугал меня. Он умер? Так быстро? От выстреленной... Да пошел. Господи, как ты бесишь. То он живучий, как не в себя. Странно. Так, ну ладно, давайте позвоним... Пчёлке. Не в ту ногу, наверное. А что, у него ахиллесовая пята? А еще же можно наверняка жену разбудить, там типа водой полить, или нет такой опции. Еще попробуем. Я правда не думаю, что это поможет, но да. Давай попробуем. Ты ему в бедро шмальнул, надо ниже. Да вроде в ногу. Проблема с своим. She's out. Yeah. Can't talk to her now. Ну все, я разрулил ситуацию, можно уходить. Нет, не работает. Уже не впервой. Ну чё, давай, может, это, остановимся на этом? Ты подумаешь насчёт судьбы этой игры? И как бы людям не заспойлерим полностью. Я согласен. Мне кажется, резонно. Ризотто. Обзор кто делает? Видеообзор я должен был делать, но сейчас будем разбираться, типа, смогу ли я нормально захватить, собственно, футажи. У меня, потому что для тех, кто недавно к нам присоединился, вообще я начинал стримить, но у меня игра проигрывается нормально, но при этом OBS захватывает ее в 5 FPS-ах. А ты через OBS футажи, что ли, пишешь? Ну, вообще, обычно, да, на высоком качестве. А, ShadowPlay, нет? Попробую. Да, ну, попробую другие какие-нибудь средства. Ну, здесь просто я имею в виду, что может быть какая-то проблема такая систематическая. Надо будет потыкаться. А, вот, да. Так что будем разбираться с 12 Minutes. Че у тебя, какие ощущения? Ну, слушай, с одной стороны, вроде любопытно, а с другой, ну, настолько здесь... Какая-то банальная история. Как это ты еще не знаешь, наверное, всю ее. А я не знаю, у меня почему-то ощущение, что, ну, тут уже вот развязка где-то близко. Если я ошибаюсь, то это круто. Но по ощущениям, вопрос, да. Как будто бы вот уже вот-вот. Смотрим. Беги быстрее, Рефани. Но я где-то выключил игру, чтобы... Часики не тикали. Да. Как написано на афише. Не видно, правда, потому что ты перекрываешь. Ты закрываешь часики. Ну это ты закрываешь часики, а я закрываю буковки. Ну что, прощаемся тогда? Да, я думаю, что хватит на сегодня. Если заинтриговало, идите, смотрите прохождение на Ютубе. Игра, да, игра вышла вот только-только, поэтому имейте в виду, самый что ни есть свежак. Всем хорошего вечера, хорошей спокойной ночи, если вы уже укладываетесь спать. Завтра ретро-квест, заглядывайте. Ну и до скорых встреч. Увидимся. Так, Глеб, сейчас будешь учить меня, как делать рефанд. Mm-hmm.